Севастопольский гарнизонный суд вынес приговор должностным лицам Черноморского флота, которые украли 4000 сухпайков стоимостью 2 миллиона рублей. Оглашение приговора состоялось 24 января в Доме офицеров флота. Преступление было совершено еще в октябре 2015 года. Оказалось, чтобы украсть и перепродать 4000 сухпайков, была организована специальная схема. В ней участвовали начальник продовольственной службы Черноморского флота Юрий Осипенко, начальник продовольственной службы одной из воинских частей Михаил Федорченко и заведующая продовольственным складом воинской части Анастасия Бытлинских. В ходе расследования выяснилось, что они продали сухпайки за 400 тысяч рублей, а деньги разделили между собой. Кстати, стоимость украденного суд оценил в 2 миллиона рублей. Перед тем, как суд вынес окончательный вердикт, стороне обвинения и защиты дали возможность привести свои аргументы. Защитники Юрия Осипенко, Михаила Федорченко и Анастасии Бытлинских убеждали суд смягчить приговор. Обвиняемые раскаялись, дали подробные показания во время следствия, вспомнили наличие ведомственных наград у полковника Осипенко. Адвокат Михаила Федорченко заострил внимание на личных обстоятельствах обвиняемого. Где была военная прокуратура? В первую очередь, когда Федорченко, находясь на полигонах в связи с созданием новой России, он родного дома не видел. При этом его новорожденный сын умирал, а друг нашего же государства, от врачей, ребенок умер. Он, не оказавшись рядом, не смог проконтролировать. Государственное обвинение в лице представителя военной прокуратуры обратило внимание на то, что дело имеет коррупционный характер. Казнократство носит в казне государства прямые многомиллионные ущербы. Данное преступление обуславливает повышенную общественную опасность тем, что оно совершается лицом, которому по различным причинам верено или передано ведение чужое имущество, то есть переданные частично или полностью права собственника на владение, распоряжение, пользование имуществом. Севастопольский гарнизонный военный суд признал фигурантов дела виновными. Юрий Осипенко приговорен к 3,5 годам лишения свободы, Михаил Федорченко к 3 годам, а Анастасия Бытлинских к 2,5 годам с отбыванием в колонии общего режима. Осипенко и Федорченко также выплатят штраф в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, Юрий Осипенко лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационных и административных полномочий в вооруженных силах, государственных органах. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.